каждым годом число участниц красы студенчества Татарстана только растет. В этом году было подано более 200 заявок, но лишь 15 участниц смогли пробиться в финал. Ну а одержать красивую победу и надеть заветную корону удалось лишь одной. И имя ее Камила Бекиняева, будущий управленец, обучающийся в Казанском федеральном университете. Пока не знаю, не осознала целиком и полностью все, что произошло. Каждая девушка красивая, лучшая и, конечно же, была достойна этой короны. Такая победа досталась Камиле нелегко. Но она девушка упорная. 12 лет Камила посвятила художественной гимнастике, где трудолюбием смогла получить звание кандидата в мастера спорта. Девушка любит развиваться и пробовать что-то новое для себя. Так, например, сейчас танцует в вузовском коллективе Speak Out, а также состоит в сборной команде КФУ по эстетической гимнастике. Также Камила пробует себя в роли тренера по стретчингу. Так что испытания, представленные на красе студенчества, явно не показались ей чем-то непреодолимым. Для нас самым тяжелым и непредсказуемым был интеллектуальный конкурс, потому что все девушки переживали, не знали, какие вопросы будут, как на них отвечать, подготовиться, не готовиться. Стать такой, как Камила Бекиняева, хотела бы любая девушка. Но не каждая знает как. Мы постарались выяснить, в чем заключается секрет самой красивой студентки Татарстана. Наверное, выходя на сцену, не думать о победе, а просто наслаждаться и получать удовольствие от того, что вы делаете. Не бояться, пробовать и идти к своей мечте до конца. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.